Говори. Я сказал, я живу здесь. Это моя квартира. Надо будет я... Твоя квартира? Моя именно квартира. Внизу первый этаж подвал. А это моя квартира. Меня уже и переходит. Слышь, сомневаюсь я в этом. Ты в гости-то поедешь или что, или слышишь? Так ты не своих отсюда... двоих заделай, так, нам, а потом будешь разговаривать. Так а ты его отсюда не выпишешь. Я могу выписать? Нет, не выпишешь. Выпишу. Пока 18, ему не... Сковороде. Ты на свадебный платье не знаешь? Ну, это же слушай. Понятно все. Будешь в Москве, короче, блогерам всем привет передай. Все будет как чекимони, сказали, от меня ты риски кипите. А что ты ее прячешь? Кто ее не возьмет? Правильно говорит. Уже один снял, и второй. Да, вот красный Дима, я. А что, Дима голову-то потерял? Какую голову? Пожалуйста. Да не, покрасить, я тебе покрашу сейчас. Ну вот, пожалуйста. Мне же ее развести еще надо. Ну, где-то там у тебя есть баночка, тарелочка, там, я не знаю, что там, что-то есть у тебя, наверное. Ну, я не знаю, цвет она выбирала сама. Кто? Я ей предложил там, блядь, да, три стеллажа, сколько было. Ты с ней в магазине? Ну, да, ну, нет, как блядь, соседка со своей. Заебись, блядь. Ты чего, куда приснилась-то? Там, когда пакет там... Сильно грязный. Нет, это я знаю. Ну, в смысле, не на влажную голову. Вот когда я обесвечивалась, наносится на грязные волосы. Я знаю, я красил сам тебе. А, потом ты потом голову моешь. Не разбираешься, так не лезь на. Как скажешь. А когда мне пакет-то будет? Сколько я уже хочу обесвечиться, нахуй, так ты мне не даешь. Я уже заебалась же, да? Пакет на башке. Ты же минирование делала. Делала! Так, короче, не душите Сиди. Меня совсем. А то задавлю. Да душить-то тебя никто не будет. Ну, не совсем, но потом. Так, все, сидеть. Начинаем процедуру. Угу. Мазание головёшки. Надо будет еще завязать ей. Завязать. Сейчас мы не завязать. Тихо, глаз-то не надо. Ой, блядь. Сиди. Глаз так верните мне, ой, блядь, аммиак. О, блядь, глаз попало. Да нормально все, не переживай. Ничего страшного. Сейчас на тебе. Ну глаз так верни мне. Один хотя бы. А что? Ты думаешь, я что-то вижу? Ну ты смотри куда-нибудь. Ну так я и на тебя. Глаз-то не надо. Там вот пока нет. Жениха нету, давай невесту быстро готовь. Я же его у тебя возьму. Нет, я тебе не дам. Но мне на 5 минут надо. Ну а свадебная одевай нам. Свадебная? Сейчас одевать начинает. Тихо. Не-не, будь посидеть минут 20. Она, а я такая иду, а на сердце она. Че там затопит? Это что за ёб твою мать? Кого там татушки, тра-та-та, татушки. Ребята, не надо вот этого вот, я не люблю, когда мне с кем-то... Здравствуйте, я ваша новая... Нет! Вы да, не моя, вы не моя, извольте, пожалуйста, вы не моя, нет, вы не моя, извольте, пожалуйста, вы не моя, да, нет, я сегодня, я сегодня к вам замуж выхожу с вами, нет. Нет. Я вот, видите, я да, ой, блядь, у меня даже упала фото. Не, пожалуйста, не надо ко мне, а, вот это не ко мне. А что у вас так волос-то упал, куда-то, не туда, давай не, я не, приму. Не, 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 не.
По-быстренькому бьёшь! Скорее-ка! Скорее не надо! Ну, в смысле, не наложил голову? Вот когда я обесвечивалась, наносился на грязные волосы. Я знаю, я красил сам тебе. А, потом ты потом голову моешь. Начинаем процедуру. Мазание головёшки. Надо будет еще завязать ей. Завязать. Сейчас мы ее завязываем. Тебя глаз-то не надо. Не-не, будешь посидеть на ней глаз. Блядь, какая она вонючая. Какая она вонючая. Вот вонючая. Ну ты пожирнее там затягивай. Посильнее, пожирнее. Низ. Саня. Ты что, обиделся, что ли? Да я не обиделся, просто. Ну как невеста-то без тебя уйдет? Да ну не надо. Ой, блядь, а что у тебя за девочка новая? Да ну я люблю старую девочку. Ну ладно, любишь. А та упала, блин, у невесты. И это домашняя. Вон они стоят. Ты же сам знаешь, что я домашняя. А ему не нравится домашний. Я вот такая вся. А я такая вся. А на сердце рано. Татушки, татушки. Это что за ёб твою мать? Красивая фигура. А если она не дура? Вообще такая девушка. Вообще мне не идет нихуя. Видишь, нахуй, убери меня дома, нахуй. Заебал уже. Да я одену это пол. Сейчас! Во, видел? Чебаша, нахуй. Убери его, нахуй. Какие ему сейчас хотел прикрасить? Хуй тебе, я тебе сказала. Лилечка правильно сказала. Ты ко мне, сука, думал, лучше не лезь, нахуй. Это мои вещи, нахуй. Ну, как на тебе? И тебе дарят, нахуй. Вон, пусть тебе дарит. Сидит. Мне подарили, значит, на мое. Сколько лет, блядь, что тебя воспитываю, нахуй. В школе возьмет, блядь, инструмент. Где поработал, там и бросил. Да. А потом, а я, говорит, не брал. Да. И тебя так же воспитываю. Бесполезно. И меня еще с тобой потом меня сравнивают. Хоть, да, меня хоть царство небесное, блядь. Где взяли, там и кинули. Батя, блядь, меня воспитал хоть. Сегодня, блядь, где взял, туда и уберитывал. Воспитывал. Ну вот. И я тебя так же, блядь, сколько лет уже воспитывал. Ой, и хуй бесполезно. Когда последний раз ты меня воспитывал, когда тебе что-то я оставлял тебя здесь? Да ебана, что ты его слушаешь, самый умный, блядь. Ну не как умничать, нахуй, ебан. Да кепку ты же оставил, свой.